стенах администрации Каспийска состоялось совещание Совета старейшин, в ходе которого были обсуждены общественно-политические и философские аспекты исторического единства народов республики по книге Магомедова «Вековые ценности Дагестана». А также общественники обсудили до выборы в состав Совета старейшин при главе городского округа город Каспийск новых членов Совета вместо выбывших. Есть выбывшие члены Совета старейшин, значит, по состоянию здоровья. И, значит, так сказать, ушел из жизни. И поэтому необходимость была, чтобы нас кворум был при проведении заседания Совета, чтобы, значит, провести до выборы состав Совета старейшин. В рамках данного совещания также прошло награждение почетной грамотой члена Совета старейшин Казанфера Селимова, которому в этом году исполнилось 90 лет. Вручить награду предоставилась возможность заместителю главы Каспийска Гусейну Ункилову. Хорошее событие. Нашему уважаемому Казанферу Самедовичу исполнилось 90 лет. Это было 30 августа. Конечно, чуть с опозданием, но мы хотели, чтобы все присутствовали в этом зале, кто имеет отношение именно к Совету старейшин и наши гости. Мы хотели вам вручить почетную грамоту от главы города Бориса Ивановича и вам памятный подарок. В завершении заседания путем голосования также были избраны новые члены состава Совета старейшин Каспийска.